Дамы и господа, представляю вам наш следующий бой. Четырехраундовый поединок по профессиональному боксу в полутяжелом весе до 79,4 кг. В синий угол ринга встречайте бойца из города Костанай, Казахстан. Руслан Чемурзиев! Руслан Чемурзиев сейчас появится в ринге. Вот он движется в ринг. На ваших экранах полутяжелый вес до 79 килограммов 400 граммов. Весовая категория, как справедливо отметил мой коллега. И, дорогие друзья, в этой весовой категории очень скоро состоится крайне важный поединок. И в красный угол ринга приглашается наш боец из города Геленджик, Россия, Сергей Кожухарь. Ну а сейчас появится Сергей Кожухарь. Тезка Сергея по фамилии Ковалев 17 июня проведет бой реванш с Андре Уордом. Очень важный поединок. Это очень ожидаемый поединок этого года. Наверное, самый главный бой в этом весе, пожалуй. Дамы и господа, представляю вам соперников, дебютантов профессионального ринга. В синем углу боец из города Костанай, Казахстан. Ему 25 лет. Рост 183 сантиметра. Профессиональный дебют. Под ваши аплодисменты, Руслан Чемурзиев! Его соперник в красном углу ринга. Боец из города Геленджик, Россия. Ему 19 лет. Рост 185 сантиметров. На профессиональном ринге первый поединок. Под ваши аплодисменты, Сергей Кожухарь! Рефери в ринге Иракли Малазония. Ну что ж, бойцы представлены. Кстати, нужно отметить, что в углу у Сергея Кожухаря очень известный российский специалист Андрей Лепихин, отец Василия Лепихина, и в том числе тренер Дмитрия Михайленко. Дмитрий Михайленко, пользуясь случаем, хочу сказать, 10 июля проведет бой в Екатеринбурге. Первый раунд. А у нас первый раунд. Высокие ребята, 1,85 м, примерно оба ростом. И мы видим, занял центр ринга сейчас Сергей Кожухарь, но жестко отвечает Руслан Чемурзиев. Опа! Попадает сейчас. Руслан Чемурзиев попал, и снова попал. И, пожалуйста, серийную работу вы хотели, коллега. Вот вам, пожалуйста, серийная работа. Да. Без проблем. Ну, ребята сухие еще, и сил полно, естественно, они будут рубиться. Но какой высокий темп взяли ребята сразу в первом раунде, практически без разведки. Так это же замечательно, на самом деле. Это здорово. Это пока показывает, насколько они хорошо настроены, насколько они заряжены на поединок. Ну и, соответственно, публика в выигрыше. Зрелищные бои – это то, что нужно публике. Да и нам с тобой, коллега. Абсолютно верно. Прижал сейчас Сергей своего соперника канатом. Ну, по-моему, спокойно себя чувствует Руслан Чемурзиев. Он хорошо, плотно защищается. Да, и периодически атакует. Вот сейчас он подхватил Сергея Кожухаря. Вот так джебом отогнал немножечко от себя Сергей Руслана. И перешел в фазу атаки уже сам. Ситуация периодически в ринге меняется. То в одну, то в другую сторону. Но это такая весовая категория, тут уже и очень плотно бьют, и в то же время очень высокая скорость. Да, что приятно посмотреть, здесь достаточно чисто работают ребята, бьют достаточно точно. Вот опять атака Сергея Кожухаря. В обод несколько ударов, да, в обод блога. И начал так хорошо достаточно защищаться. Сергей Кожухарь корпусом начал раскачивать влево-вправо маятник. Ну, у него в углу очень опытный тренер.
Андрей Лепихин. Да, пожалуйста, маятник. Ну, вот сейчас повезло, может быть, где-то Сергею, потому что опасно бросал на встречу. Да. Левый боковой Руслан Чебурзиев. А вот попадает сейчас Сергей Кожухарь и тут же пропускает сам. Не держать. Обменялись ударами по корпусу бойцы. На ближней дистанции всаживает боковые сейчас в соперника Сергей Кожухарь. Ну, кстати, Руслан Чемурзиев спокойно чувствует себя у канатов, даже не пытается отойти. Да, он плотно перекрывается, когда надо, грамотно клинчует, мы видим. Первый раунд позади, достаточно получилась живая трехминутка. Ну и достаточно такой близкий первый раунд, тяжело близкий отдать первый раунд. Бойцов такое полное преимущество. Оба молодцы, и у Сергея, и у Руслана были хорошие моменты. Но тем интереснее, что же будет во втором раунде, сохранится ли эта интрига, какую фазу перейдет поединок. Да, это первый раунд, оба начали его в очень высоком темпе, и сейчас... Примут ли дальше, продолжат в таком темпе? Да, наиболее яркие моменты первого раунда, дорогие друзья, вот на ваших экранах. Левый боковой, который практически на первой минуте первого раунда пропустил тогда Сергей Кожухарь. Но потом переключился, стал более внимателен. И печка почище. Концовка была достаточно близкой. Ну вот сейчас мы слышали рекомендации Андрея Лепихина. Работать серийно и не забывать переводить на корпус удары по печени. Ножки работают. Вот так. Вот так. Сразу же пошел вперед Сергей Кожухарь. Сейчас ушел корпусом от джеба и провел серию. Затем приклеился к своему сопернику. Напоминаем. Четыре раунда в полутяжелом весе. Сергей Кожухарь против Руслана Чемурзиева. В таких темно-синих трусах Сергей Кожухарь сейчас в атаке. Хорошая такая серия была выброшена, но плотно перекрылся сейчас Руслан Чемурзиев. Руслан Чемурзиев в таких синих трусах с красными полосами. Напоминаю, оба боксера являются дебютантами профессионального ринга. Сергей Кожухарь совсем молодой боксер, ему 19 лет всего. Ну, вот так вот во втором раунде подзабрал инициативу немножко Сергей. Да, да. И неплохо стал защищаться корпусом, мы видели. Достаточно проворный парень для своих габаритов. Хорошо попал. Давай. Да, он выше ростом своего соперника. Я сейчас имею в виду Сергея Кожухарь. Но идет на ближнюю и среднюю дистанцию. И очень здесь готов к размену. Готов. Хорошее попадание через руку от Сергея. Ну вот на самом деле, да, так во втором раунде больше накидывает ударов Сергей Кожухарь. Даже видно, что сквозь блок эти удары пропускает Руслан Чемурзиев. И приходится ему, в общем-то, не сладко. И то количество ударов, которое выбрасывает Сергей, сейчас оно перебивает именно Руслана Чемурзиева. Не может он противопоставить ему, отвечать ему в таком темпе. Время от времени он отвечает, да, да. Но именно действовать постоянно на каждую атаку, отвечать не успевает. Или, возможно, бережет функционально силы. Возможно, да, все-таки первый профессиональный бой. Ну и функционал, я думаю, будет выходить уже после второго раунда на передний план. Пока, да, пока перерабатывает Сергей Кожухарь своего соперника. Мы слышим, подсказывают из угла Сергей Кожухарь. Хороший джеб сейчас. Туловище наносить ударов. Меньше 30 секунд осталось до конца. Вот хорошо сейчас попадает Сергей Кожухарь. Хорошая атака снизу была от Сергея. И смотрите, как он ушел от контратаки Руслана Чемурзиева. Ушел как раз таки корпусом. Хорошо очень чувствует дистанцию Сергей Кожухарь. На ближней дистанции, на средней. Не опасается этой работы.
Ну что ж, вот я думаю, что второй раунд очень хороший для Сергея Кожухаря. Да, если у первый был достаточно близким, то сейчас такая инициатива и такое преимущество Сергея чувствуется во втором раунде. Именно перевести его своего соперника. Дыши носом, вдох, резкий выдох. Еще. В локоть бьешь левый. Надо обвести за печень. Чуть-чуть по фронталью встань, понял? Да. Молодчик. Отлично. Сейчас. Ну и смотрите, дорогие друзья, наиболее яркие моменты закончившейся трехминутки вашему вниманию. Третий раунд из четырех запланированных. Напомним, Руслан Чебурзиев против Сергея Кожухаря. В атаке Сергей. Двойка в блок. Перевод на корпус. Вот тут прям уже начинает разбивать защиту Сергей Кожухарь своему сопернику. Практически ничего он пока не дает сделать Руслану Чебурзиеву. Только первая двойка от Руслана за раунд. То есть очень такое бодрое, резкое, резвое начало третьего раунда от Сергея Кожухаря. Опять попадает Сергей. Ну вот начал отвечать Руслан Чебурзиев, ну и пора уже. Да, столько пропущенных ударов, даже через блок, они были очень неприятные, я уверен. Ну, а Сергей все раскованнее и раскованнее начинает чувствовать себя в ринге, свободнее, больше сделает защиту клон корпусом. Но практически, потому что ничего не делает Руслан Чебурзиев. Очень сильно отдал инициативу Руслан Чебурзиев в третьем раунде. Многое позволяет, просто многое стал позволять Сергею Кожухарю. Естественно, Кожухарь этим пользуется. Пожалуй, прекрасная работа от Сергея. И тут же накатывает, и, по-моему, уже проблемы у Руслана Чебурзиева. Но вот взял паузу Сергей Кожухарь, и тут же, естественно, провел два удара Руслан Чебурзиев. Ножки поработай, ножки, продышись, поработай. Джебом кидай, джебом кидай. Ну вот, в принципе, Сергею можно особо даже, на мой взгляд, не рваться в инсайтов. Можно было бы поработать с дальней дистанции где-то. Ну вот, смотрите, он хочет показать, что он хорош на всех дистанциях. Да, и он идет как раз-таки на дистанцию соперника. Он показывает, что ему здесь комфортно. Вот хорошее попадание снизу было здесь от Сергея. Но он смотрите, пытается перехватить инициативу, да, Руслан Чебурзиев. Огрызаться пытается. Но не всегда удары его точнее, не всегда они достигают цели. Мне кажется, вот на данный момент до гораздо большей скоростью превосходит Сергей Кожухарь своего соперника. Снова хорошие несколько ударов по туловищу. Застыл. И мне показалось, один из ударов достиг цели по туловищу. Ох, какой сейчас мощный удар справа провел Сергей Кожухарь. Смотрите, какое хорошее качество у боксера. Он работает серийно и он умеет накатывать. После первой атаки сразу же вторая волна. Да, делает небольшое движение защитное и тут же накатывает вторую. Хорошо, пытается, да, отвечать, что это Чебурзиев, но... Руслан тоже молодец, он боксер, он воин. Другое дело, что быстрее Сергей Кожухарь. Пока нечего противопоставить даже Руслану Чебурзиеву. Сергей побыстрее, и он так хорошо так насыпает вот эти удары. Да, он прячется за блок. Я думаю, для того, чтобы вовремя ответить Руслан Чебурзиев, это делать, но он не успевает просто. Атаки соперника очень острые, плотные, и даже через блок достигают цели. Вот слушай. Пусть Маша отвечать надо. Просят в углу от Руслана Чебурзиева больше ответных действий, не застаиваться, а каждый раз отвечать после атаки. Но у нас остается еще один раунд в этом бою, четвертый, заключительный. Но вот третий раунд был опять очень хорошим для Сергея Кожухаря. Абсолютно верно, да, мне кажется. Да.
Дамы и господа, заключительный раунд боя. Давайте аплодисментами поддержим бойцов. Сашка, помогай, дыши, дыши, вот так. Молодец, духом заберись. Тоже кидай. Начинает опять. Хорошая атака от Сергея Кожухаря. Но он действительно уже в отношении очень вольготный и где-то, может быть, даже вальяжно себя чувствует. Практически не опасается ответных действий от Руслана Чемурзиева. Да, он практически через защиту планирует пробить своего соперника. Идет, мощно всаживает в блоки. И тот факт, что Руслан Чемурзиев не отвечает на эти удары, свидетельствует о том, что удары достигают цели. Но вот, вот сейчас ниже пояса, но я думаю, не специально это было. Чисто это боевая ситуация. До 5 минут дается времени на восстановление боксеру. Сразу тройки корпус. Нужно Русламу прийти в себя, конечно. Ножки, ну ходи, джебом, вот. Все, продержись! Вот. Продолжается поединок. Не тяни, Во блок-блока снова правый боковой. И тут же добавляет двойку. Да, и очень интересно, когда Сергей Кожухарь начинает с дальней руки. Тут же бросает такой апперкот в разрез для того, чтобы поддеть голову соперника. И заканчивает ее боковым ударом. То слева, то справа. Этим самым немножко так раскрывая соперника из блока, доставая его оттуда. Плотный удар по товарищу. Очень много безответных атак. Но вот сейчас попытался было взорваться в контратаке Руслан Чемурзиев, но тут же вяжет его контратакующие действия в клинче. Очень много упустил ударов, включая уже те через блоки, которые, да, и я думаю, это для него очень ощутимо. Ох, снова плотный боковой. Ну, если так очень грубо говорить, практически все, что хочет, делает с соперником Сергей Кожухарь. Другое дело, что заигрываться тоже, наверное, не стоит, потому что весовая категория серьезная. Неожиданно, да. Пропущенный удар один может стоить там всех 4 раундов, грубо говоря. Зажимайся. Право, прикол, снизу подними. Поработай концовочку, давай. Вот так, пошла заключительная минута 4-го заключительного раунда этого поединка. И начал обострять Руслан Чемурзиев, но он понимает, у него нет другого выбора. Еще тройки сразу. Неплохо защищался снова Руслан. Простите, Сергей Кожухарь. Ну а Сергей, мне кажется, он почувствовал свой бокс, он почувствовал свою дистанцию. Он понимает, что, возможно, не получится закончить досрочно. Но главное выиграть. Да, он понимает, что он выигрывает и перешел в такой режим защиты. Повтори. И вот он забивает, пытается наносить еще удары в конце и попадает. Сергей Кожухарь. Ну что, 4 раунда позади. Очень зрелищный получился поединок. Зрелищный, где-то даже драматичный, может драматичный. Быть. Мы ожидаем судейского решения, но вот я так понимаю, что Андрей Лепихин доволен своим подопечным. И очень скоро мы узнаем, кто же в этом поединке выиграл. Сейчас будет озвучено судейское решение. Дамы и господа, в этом поединке победу единогласным решением судей одержал Сергей Кожухарь! Ну что ж, мы поздравляем Сергея с удачным, успешным победой, профессиональным дебютом, да, с победой. Уважение его сопернику Руслану Чемурзиеву. Без сомнения, многие профессиональные боксеры-чемпионы, мы знаем, начинали свою карьеру с первого поражения. Бернард Хопкинс. На этом не стоит останавливаться, конечно. Надо дальше заниматься и прогрессировать.
Следующая пара бойцов у нас Александр Шаронов против Магомеда Касумова. Это весовая категория до 69 килограммов 900 граммов. Первый средний вес. Запланировано у нас 4 раунда. И очень скоро бойцы появятся в ринге.